Валентина Геннадьевна, вот прошло всего несколько дней после нашей публикации. Скажите, что у вас произошло со столбом? И буквально после как публикации, в течение недели не прошло, сегодня приехали и поставили столб. За каких-то 40 минут столб поставили. И там трубу это было, что закручено, все отсоединили, все сделали. Благодаря вот этой публикации, что мы обратились в газету 168 часов. А до этого ходила, никаких сдвигов не было, куда только не обращалась. 4 года вы, да, добивались? 4 года, начиная с 8 мая. Я начала заявление, написала в Наволоке, из Наволока в этот, в Иваново отправили. Вот. И после я все ждала, меня стали направлять, куда я не приду, районная. Я говорю, приехали бы, обследовали линию-то, что мы к городу относимся, а не районные. Вот, пусть мы районные, нам дали участок, мы строились. А свет у нас комбината было, но комбинат потом все отдали городу. Вот, и я все ждала, меня успокаивали. Вот на следующий год заложат там в этот бюджет и вам сменят. Как поеду в город, я всегда ходила в «Единую Россию», 27-й кабинет. 27-й, тогда я спутала 29-й, 27-й ходила в «Единую Россию». Там уже человек сменился, была Захарова Елена Александровна, теперь Гаганова Нина Анатольевна. Вот сегодня я им позвонила, что нам с радостью, говорю, нам столб поставили. Вот. И вот с тех пор я, когда все ждала, 15-й год, 16-й ходила, добивалась. А в 17-м я уже пришла в «Единую Россию», в этот кабинет. Говорю, давайте мне все документы, куда я ходила, и в горосполком, и к Виноградовой на прием я ходила, а к председателю. Ну, председатель, спасибо, Сергей Петрович Куликов. Они приехали, всю линию прошли, я к ним выходила. Говорит, нам не относится. Он относится к городу. И я после этих слов, я пошла в городскую, в администрацию, в 43-й кабинет к Анисимову. Но они мне одно говорят, что вы районный, обращайтесь туда. Я говорю, да был у меня председатель, все обследовал. Приехали бы сами. Нет. И мне что сказали в «Единой России», в 27-м кабинете? Вам бы фотографировать этот столб. Я сына попросила, он фотографировал. И я пошла с фотографиями уже туда. Ну, а что толку? И все на месте было. Вот когда я пошла в прокуратуру, да и второй раз письма не устраивали, 8 писем набралось. Я тогда уже, мы вот пришли, опять хотели к Виноградовой, двери закрытые были. А в приемный день мы ждали с соседкой, с Ниной Ивановной, и мы вот обратились тогда к вам. 168 часов. Вот, спасибо большое, 168 часов. Нам очень эта газета помогла. Даже вот из телевидения явились. И сегодня вот приехали они где-то без 15-12. Они сначала все посмотрели, там открутили, а делали, просверлили всего каких-то 40 минут. И все, столб поставили. Теперь приятно поглядеть. Вот что. А тот вот так оставили, этот гнилой. Вон он стоит. Чашечки все взяли. Спасибо вам большое за ваш труд.